Здравствуйте, дорогие друзья и гости моего канала «Мире надежды». На столе у меня тут полный хаос, творческий беспорядок. Сейчас я буду пикировать перцы. Это надо было сделать уже несколько дней назад. И все, появлялись какие-то дела, то кто-то приходил в гости. И в итоге все это утягивалось. В первую очередь вот эти перчики, я их в первую очередь сейчас распикирую. Мнения расходятся у разных людей. Кто-то говорит, нельзя их заглублять, кто-то говорит, можно, пока вот этот стволик не одревеснел, то есть он, на нем появятся корешки. Но так как немножко, видите, как бы он такие высокенькие, я немножко заглублю. Делаю золотую середину наполовину, до 7-дольных листочков заглублю, покажу, как делаю. Только что сейчас отсеялась, все, томаты нынче я отсеяла, только что руки вымыла, сейчас еще посеяла. Вот 8 марта посадила Оля гибрид, мечта огородника сорт. И сейчас только что посадила, вот руки вымыла буквально несколько минут назад, посадила томат «Любимый праздник», «Видимо-невидимо», «Лирика», «Гибрид» и «Крайний север» сорт. Еще хочу вам показать, вот, друзья, сейчас, так, клуша, ага. Вот 28 февраля я, кстати, показывала, было видео, села томаты, покажу, насколько в одной они вот плошечке, в одной земельке, в одних условиях, там свет, тепло, и тут вот зубочистка отделяет сорта от сорта. С этой гордость Сибири, вот с этой стороны, а с этой клуша. Смотрите, насколько по-разному они выглядят. Эти маленькие, приземистые клуша, а гордость Сибири, уже у них полезли настоящие листочки между всеми долями. А у клуши еще такого нет. Чуть-чуть там некоторых отдельных. То есть, вот видите, рассада еще зависит, как выглядит от сорта. Много. Совершенно одинаковые условия. Выглядят по-разному. Схожесть не везде меня порадовала. Гордость Сибири. Вот тут было на пакетике 20 семечек заявлено. Не помню, уже было больше или нет. Сейчас даже ради интереса 4. Сосчитаю. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 семечек зашло всего. Вот клуши побольше тут зашло. То есть деборала плохо взошел. Хотя там семечек было очень много, и я посадила, так как семян было много, я посадила вот только дебора в такую вот коробочку. Тут-то два сорта, а там было очень много, и я посадила только дебора. Там плохая схожесть. Я не знаю, на всю коробочку, может, штучек 10, но я не принесла, так что просто, ну, говорю примерно. Друзья, взяла такие стаканчики. Перцы я пикирую, стараюсь всегда в стаканчике. Это у меня из-под сметаны. Давно-давно они уже у меня служат. И вот чтобы этот, как, отдельно я его не буду даже подписывать. Они у меня будут в двойных стаканчиках. Джемини. 5 штучек их всего. И в этом пакетике было 5 зашло. И я вот 5 таких штучек приготовила. Они все, видите, уже потрескались, но это не один сезон, они долго мне служили, эти стаканчики из-под сметаны, все уже выцвели. И я сделала вот эти, выбрала, которые совсем-то такие уже все поломаны, так скажем, двойные сделаю. Сезон прослужат, а потом на выброс их сделаю. Хотя они, видите, они это и это с дырками, ну ничего страшного. Вот, чтобы не распались совсем в процессе роста, я в двойные так вот посажу. Сходила, отнесла ту коробочку, которую вам показывала, там клуша, да еще что там, гордость Сибири или что-то. Вот, сосчитала специально, самой стало интересно, деборал. Там всего 11 растений у меня растет во всей вот в такой коробочке. Это я остальной перец перенесла, который нужно пикировать.
Тут у меня вот какаду, так, как он, оранжевый. Вот с этой стороны какаду оранжевый, а это свои семена. Сажу несколько лет уже рассада. Вот смотрите, как она выглядит. Посева, со дня посева, и по сегодняшний день это прошло 23 дня. Ну, на сегодняшний день это 23-й. Ее, конечно, бы пораньше надо было пикировать, но повторюсь, что были какие-то, появлялись дела, которые все я откладывала, это мероприятие откладывала, и вот сегодня этим занялась. А это вот вторая шконочка, тут только из своих семян они все растут. Тут земельки еще меньше, так что грунта совсем мало, и они туда поглубже. Тут вот побольше земельки, они из этого, видите, даже повыше, за счет того, что земелька повыше, они повыше. А тут баночки, они вот так и видно даже. Чуть-чуть земельки насыпаны. Перчики я хорошо полила. Вот они у меня политы хорошо. И сейчас я земельки... У меня тут сегодня со мной участвует лягушонок в посадках. Сейчас я буду земельку накладывать. Тут вот смотрите, у меня целая батарея этих стаканчиков. Все помыты, все с дренажными отверстиями. Потому что я уже много-много раз в них сажала рассаду и помидор. И даже вот тут циферки есть, не смывающийся маркер. Вот пишу. Какие номера присвою, каким сортам, и маркирую, чтобы потом знать, куда что высаживать. Сейчас земельку поближе пододвину. Буду заполнять стаканчики. У меня есть своя земля, вернее, этот компост, который несколько лет перегнивал, и как чернозем уже, как земля, такой он однородный получился. Я его привезла, пакета, наверное, 2 или 3, но вот же у меня лежит. Я один принесла сегодня сюда, чтобы он отогревался. Когда буду пикировать томаты, я буду добавлять его в перцы. Я только покупную землю пока кладу, а там видно будет. Возможно, там еще какие-то добавки сделаю. Вот, друзья, столько наложила я земельки. Вот эта штучка, у нас целый набор таких всяких открывашек был, но мы ими вообще не пользуемся, они у нас за ненадобностью. Я приспособила очень удобно вот эта штучка, она как раз для таких целей. Так вот, сделаю отверстие, беру ложечку. Лучше даже, наверное, вилочкой. Ну ладно, ложечкой, вон, черемочком. Не принесла вилочку. Достаю. Видите, уже какие корешочки. Видно, они обхватили земельку, болтаются длинные. Вон они, внизу. И сажаю сюда. Немножко беру. Скорее всего, этот перчик до высадки в теплицу будет расти в этом стаканчике. Потому что более большой емкости у меня нет возможности пересаживать. Некуда ставить. Рассады всегда бывают очень много. Место ограничено. И они у меня растут в таких не очень. Вот тепленькая водичка у меня тут. Ну, комнатной температуры. Сейчас полью хорошо. Все. Вот, друзья, один я посадила уже. Сейчас другой возьму. И точно так же продолжу. Насыплю земельки. Только потом, когда тронется в рост и перчик, и томаты, я чуть-чуть досыплю земелькой. Вот сколько позволит тут. Немного добавить можно тут. И все. Конечно, в идеале хорошо, если бы емкости были, потом еще перевалку сделать, посадить более большие там емкости. Это бы большой плюс был
для рассады она была бы мощной, такой более развитой. Но как быть, если вот места нет? Так что будут они у меня расти в этой штучке, в этих стаканчиках. Потом же. Видите, какая уже борода у корней. Конечно, их надо было пораньше распикировать, но вот видите, ну ничего страшного. Я думаю, что не должно произойти. Сильно маленькая, когда рассада тоже. Я вот не пикирую, когда очень маленькая рассада. Некоторые есть, пикируют даже томаты, когда одни семидольные листочки. Я такое никогда не практикую. Ну вот, еще у нас одна растишка готова. Такая. Так. Третью сейчас посажу. Скоро томаты нужно будет пикировать. Есть высоконькие отдельные экземпляры. Их уже можно сейчас даже распикировать. Вот пакетики из-под хлеба, из-под батонов, и сейчас вот их разрежу так. У меня клееночек нет, придется этим воспользоваться. В прошлом году обычно слала пакетики из-под земли, разрезала и вот как клеенки использовала, а нынче у меня пакет огромный, я его еще до сих пор не использовал. Вот такое штучка. Сейчас покажу, что я делаю. Беру вот такой ящик из-под фруктов. У нас их много. И вот так постелю. Вот так постелю, потому что тут у меня в этих стаканчиках есть дренажные отверстия. А мало ли полью сильно, чтобы эта влага была на этих вот, на клееночке. И сюда все поставлю стаканчики. Вот, друзья, смотрите, тут удобно очень. Если у окна, потом вот переворачиваю же, я каждый день практически переворачиваю, чтобы они не тянулись в одну сторону к солнышку, к окну переворачиваю. Но сейчас-то я под лампу поставлю, а потом впоследствии прямо взял этот ящичек, вот так развернул, и все готово. У меня так вот стоят и томатики, и перчики, и вся рассада в таких ящичках. Очень удобно, мне нравится. С ними удобно работать, с такими ящичками. Вот. Это я от Джемини рассадила. А остальное сейчас продолжу. Вот, друзья, у меня один ящичек готов. Сейчас унесу его, под лампу поставлю. Получилось так, 12 корешков. 12 растений перца. Но еще рассады много, которую надо пикировать. Сейчас этим займусь, просто не на камеру. А на этом, друзья, с вами прощаюсь. Будьте счастливы, здоровы. До новых встреч на моем канале.